С наступлением благоприятных погодных условий Тверское МУБЖЭК приступило к работам по весенне-летнему содержанию дорог. Традиционно в период активного таяния снега одним из важных направлений становится уборка песка, которым зимой посыпали проезжую часть и тротуары, а также вывоз мусора, а кроме того полив дорожного покрытия. В Заволжском районе на сегодняшний день проводится откачка талых вод на улице Фрунзе, на улице Олега Кошевого. Также мобильная группа объезжает на сегодняшний день объекты, которые мы получили по звонкам от жителей. В ходе этих объездов мы проверяем состояние, в котором находится сейчас территория, и определяем, или прочистить канаву, или прочистить оголовки, или сделать откачку воды уже в связи с тем, что большая территория подтопляется. Противопаводковым мероприятием привлечены силы не только подрядчика администрации Заволжского района, но и силы муниципального предприятия ЖЭК. В них участвуют и лососы для откачки воды, и перекачивающие станции, а также экскаваторы и машины. Нам помогают управление по безопасности и жизнедеятельности. Они непосредственно тоже откачивают нам воду.